Доброе утро и добро пожаловать на мой канал. Good morning and welcome back to Russian with Nastya. Как дела у вас сегодня? У меня нормально. I'm okay. Today we're going to learn some Russian words. Then we are going to put them in a context. I will give you two short stories today containing the words that I will teach you. First, I will pronounce a word twice. You have to write it in chat if you recognize this word just by pronunciation. If you recognize this word, write it in chat and translate. If not, then I will write it here on the on this board. So, первое слово, the first word is office. Office. Пишите в чате. Write in chat. Office. Office. Пишем. Now let's write it down. Office. Office. What is office? Office is an office. Правильно. Дальше. This word came to Russian from English. Следующее слово. Зима. Зима. Отлично. Пишем. Зима. Зима. And зима is... It's winter. Правильно. Пойдем дальше. Следующее слово. Вино. Вино. Пишем. Вино. Вино. And вино is wine. Правильно. Идем дальше. Стиль. Стиль. Пишите в чате. What is стиль? Давайте напишем. Стиль. Стиль. Yes, стиль is style. Актриса. 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 Пишем. Давайте здесь напишем. Актриса. 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 Актриса is an actress. Молодцы. Квартира. 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 Пишем. Квартира. Квартира is an apartment, of course. Молодцы. Квартира is an apartment. Улица. Улица. Don't forget to practice with me out loud. Try to copy my pronunciation. Write everything in your special notebook for Russian. Да, улица. Молодцы. Улица. Улица. Улица is a street. Очень хорошо. Пойдем дальше. Активный. Активный. Пишем. Активный. Активный. Активный is active. Правильно, молодцы. Активный. Active. Угу. Активный. Обязательно записывайте. Write everything down in your notebook. Жаль. Жаль. Пишем в чате. Write in chat. Жаль. Жаль. What is жаль? Yes, it's a pity. It's a pity. Yes, pity. Жаль. It's a pity. Жаль. It's a pity.
Уютный, comfortable. Пальма. 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 Пишем пальма. Пальма. Ударение на букву А. Пальма. Пальма. With мягкий знак. Yes. A palm tree. Пальма is a palm tree. Пальто. Пальто. What is пальто? Пишем. Думаю, поместится. Пальто. Пальто. What is пальто? Да, пальто is a coat. Пальто is a coat. Новость. 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 Пишите в чате. Новость. 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 Mm-hmm. A piece of news. Новость. Mm-hmm. Новость. News. Кольцо. 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 Пишем. Кольцо. Кольцо. Кольцо is a ring, да, кольцо is a ring. Отлично, пойдем дальше. Хороший. Хороший. Пишите в чате, write in chat. Хороший. Так, хороший. Хороший. Хороший is good. Kind, хороший. Ужин. Ужин. What is ужин? Ужин. Пишем. Ужин. Ужин. Ужин is dinner. Молодцы. Ужин is dinner. Жизнь. Жизнь. Пишем. Жизнь. Жизнь. Угу. Жизнь. Is life. Молодцы. Отлично. Жизнь is life. Дальше. Фильм. Фильм. Пишем. Let's write it down. Фильм. Don't forget about the soft sign. Фильм. Да. Mm-hmm. A film. A movie. Сын. Сын. Пишем. Сын. Сын. Son. Mm-hmm. Мальчик. Мальчик. Yes, сын, a son. Мальчик. Давайте напишем. Мальчик. 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 Школьник. 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 Пишем. Школьник. Школьник. Школьник is a... No, школьник. Who is школьник? Пишите в чате. No, not a school uniform. Mm-hmm. School boy. Да, school kid. Mm-hmm. Школьник is a school boy. Школьник. Угу. Дальше.
Говорит. Говорит. It's a verb and it's already conjugated. Говорит. Давайте напишем. Говорит. Говорит. Speaks. Говорит, for example. Он говорит. He speaks. Она говорит. She speaks. Угу, хорошо. Смотрит. 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 Пишем. Смотрит. Смотрит. What is смотрит? The same. It's a verb already conjugated. He or she watches. Да? Смотрит. He or she watches. Правильно. Молодцы. Угу. Молодец, Кристоф. Все правильно. Смотрит is he, she watches. Красивый. Красивый. Пишите в чате. Красивый. Красивый. Красивый, beautiful or handsome. We use this word with man as well. If you want to say handsome man, красивый мужчина. Or we use it with feminine and with any noun you want. Beautiful or handsome. Правильно, молодцы. Английский. Английский. Пишите в чате. Английский. 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 Английский is English, right? Очень хорошо, молодцы. Кристоф, don't forget about e short at the end. Английский. E and e short. Английский. Дальше. Милый. 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 Пишем. Милый. Милый. Cute. Pretty. Cute. Pretty. Милый. Дальше. По-английски. По-английски. Пишите в чате. По-английски. Правильно. In English. По-английски. Английски. Here we have only one E at the end. In English. По-английски. In English. По-английски. Now let's write a short story here. I will tell you about my son. His name is Philip. And I will write a few sentences about him. Филипп – это мой сын. Давайте напишем. Филипп. Филипп. Филипп – это мой сын. Сын. Write, translate in chat. Филипп – это мой сын. Филипп – это мой сын. Он. Да, Филипп is my son. Филипп is my son. Филипп – это мой сын. Филипп is my son. Он хороший. Он. He is on. Он хороший. Хороший. Он хороший. Красивый. 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 Он хороший. Красивый. Умный. Умный.
умный мальчик. 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 So, он хороший, красивый, умный мальчик. He's a good, handsome, and so he's a good, handsome, smart boy. Хороший. Умный is smart. Умный. Mm-hmm. Good, beautiful, and smart boy. Очень хорошо, молодцы. So, he is a good, handsome, or beautiful, I don't know, for kids, they use beautiful. Beautiful, smart boy. Дальше. Он школьник. Он школьник. Школьник. Он школьник. Он школьник. Угу. Он школьник. He's a schoolboy. Он школьник. Да, он школьник. He's a schoolboy. Он смотрит фильм. Он смотрит. Смотрит. Он смотрит фильм. Фильм. Он смотрит фильм. He watches film. One. It's not plural. He watches a film or he is watching a movie right now. In Russian, doesn't matter. We have the same time. So, if he's watching right now, он смотрит фильм. Он смотрит фильм. He's watching a movie or he watch a movie. Mm-hmm. Он смотрит фильм. Дальше. Это английский фильм. Это английский. 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 Это английский фильм. Это английский фильм. It is an English movie. Очень хорошо, молодцы, правильно. This is an English movie. Это английский фильм. Отлично. Максим хорошо говорит по-английски. Пишем. Ой, not Максим, Филипп. I'm sorry. Филипп. 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 Хорошо. 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 Говорит. Говорит. По-английски. Так, есть место, да. По-английски. Английски. По-английски. Филипп хорошо говорит по-английски. Филипп is good at speaking in English. Правильно. Филипп speaks English very well. Все правильно. Филипп speaks English well. Филипп хорошо. Here, Филипп or Филипп. Yeah, in Russian, we stress this A. In Europe, we stress this A. We say this E. We say Филипп. In Russia, we say Филипп. Doesn't matter. Филипп хорошо говорит по-английски. Mm-hmm. Филипп хорошо говорит по-английски. Well, we don't have time for another text. So we will learn another words and second text tomorrow. See you tomorrow at 9:30 Moscow time. Увидимся завтра for another vocabulary lesson and another short story. Давайте прочитаем еще раз. Let's read it one more time and we are done. Филипп or Филипп. Let's stress it in Russian. In Russian, we say Филипп.
Филипп – это мой сын. Филипп is my son. Он хороший, he's good, красивый, beautiful or handsome, умный мальчик, smart boy. Он школьник, he's a school boy. Он смотрит фильм, he's watching a movie. Это английский фильм, this is an English movie. Филипп хорошо говорит по-английски. Филипп speaks English very well. Mm-hmm. Вам спасибо большое. Thank you for attention. And see you in the evening for a vocabulary lesson or tomorrow for new live lessons. Спасибо за внимание. Увидимся с вами вечером. See you in the evening. Пока!